прямо с утра. Сердце стучит телеграммой. Вдруг так захотелось, как прежде, тепла. Рук твоих ласковых, мама, я брошу дела, чтобы опять встретил меня лучистый взгляд, нежно обнять. Добрый день. Нам нужна Алла Ивановна. Добрый день, меня зовут Евгений. Я из компании «Сюрприз за домичили». У нас есть для вас большой сюрприз. Знаем, что вы сегодня являетесь именинницей. Возьмите вот такой букетик. Пожалуйста, торт. И хотел спросить, если вы догадываетесь, от кого может быть сюрприз? Догадываюсь. Да, от кого? От дочки, от зятя, от детей, от всех, от мужа. А у нас есть сообщение для вас. От внучки Дарьи. Драгоценная, любимая, незаменимая наша мамочка, прими наше поздравление с днем рождения. Прости нас, если мы тебя хоть однажды огорчили или укололи словом. Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда любим и ценим. Ты самый лучший человек и друг в нашей жизни, самая умная и самая красивая. Ты нас всегда поддержишь, поможешь, даже когда все отвернутся, и искренне порадуешься любым нашим успехом. Спасибо тебе за все, чему ты нас научила. Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, как тебе, больше никому не покоряться любые вершины. Конечно же, никогда не болеть, не расстраиваться по мелочам и почаще улыбаться. Пусть судьба дарит тебе много ярких впечатлений, а твои глаза светятся счастьем. Чтобы ангел-хранитель оберегал от ненасти и укрывал своим крылом. Мамочка, мы тебя очень сильно любим. С днем рождения тебя, родная. С любовью, Кристина, Дарья, внучка Алина, муж Виталий, зять Егор. Спасибо огромное. Если хотите им передать что-нибудь. Могу передать им большое, прибольшое, огромное-огромное спасибо за такой подарок неожиданный. И сказать им, что я их очень сильно люблю. Самая большая, вы меня простите, самая большая радость — это для меня, конечно, дети, внучка любимая, да? Я очень сильно их люблю и очень благодарю их за такой подарок неожиданный. Спасибо, хотя бы предупредили. Не, потому что совершенно предупреждаю. Снег за окном, вечер с вишневым чаем. Я люблю тебя, родная, и в чужих краях. Мне любовь твоя, как маяк надежды светит. Поздравление. Никогда не болела, 100 лет без ремонта, и никогда не думаем, мы тебя всегда крепко-крепко. Все хорошо, все нормально, спасибо. И никогда не болела сама. Постараюсь. Здоровье – это самое главное. Я люблю тебя, родная, и в чужих краях. Думаю, что все люди, которые будут взять эти сюрпризы, всем родителям будет хорошо, приятно. Да, это очень приятно, когда все так неожиданно начинается. Спасибо большое. Всех вас очень люблю. И ценю, и уважаю. Почаще сюрпризов таких. И тогда в стране будет полегче жить. Спасибо вам большое. Вам здоровья, процветания. Ну и вы, естественно, делайте почаще всем сюрприз. Скромно.